У нас была хорошая семья. Сын был послушным, тихим мальчиком. Однажды вечером он позвонил мне в слезах и сказал: «Мамочка, я в милиции». Я думала, это просто игра. Ребята попросили меня расфасовать наркотики и сделать закладки. Они говорили, что они мои друзья, и мне за это ничего не будет. Я думала, что все это несерьезно. Он сказал: «Мамочка, прости меня». В тот момент я поняла, что будущее моего ребенка закончилось. С 14 лет наступает уголовная ответственность за распространение наркотиков. Вы можете лишиться свободы сроком до 8 лет.